It's fresh. Yeah, yeah. Excellent. I don't know how it's going to taste because this is the first. Yeah. What do you want on for season? You want a little salt on now, or? What do you mean? You want some salt on yours, or what do you want, or just like that? Yes, if you have seasons, you can add the season. Well, what kind of seasoning? Doesn't matter which you like. Just what, you what, test. What you prefer? You prefer this. Do like you prefer. Well, I generally like little onions on mine. Yeah, it's good. Good. This good. Onion. This onion is good. Onion is good. Yeah. I have three for myself and you each. Excellent. 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 Thank you very much. Oh, very nice weather outside. Yeah. We drive very long distance to yeah. this place. Вот мужик сам живет. Да, живет человек один, своя ферма. Вот мы хотели молочка купить вот на этой ферме, но тут только в 6 часов вечера это молочко может быть, потому что утром и вечером они доят. Ага. А сейчас еще только час дня. Вот. И мы приехали, значит, вот молочка взять. Ага. Ну, не повезло с молочком, зато нам сейчас такие вот котлеты из этого бифа, из говядины то есть, сделают. Ну, да. И то хорошо, очень даже как хорошо. Мы удачно попали, удачно. Удачно попали. Если так просто пока еще тут как бы вот такие люди в этом в городе, в мегаполисе не встретишь, а вот на периферии вот такие люди прямо вот могут угостить себе, прямо зажарить котлетку. Ну, да. Вот. Это нам повезло очень. Ага. Так, это практически недалеко от американской границы, канадско-американской границы. Да. Камеру он свою. Да, стоит. Камера здесь все снимает, мы снимаем все. Ага. Приходите к нам в гости. Да.